Добрый день. Если вы владелец ноутбука Sony Vaio и вы столкнулись с проблемой установки драйвера с хитрым названием SNI 5001 или SNI 6001, то этот урок для вас. Драйвер вы можете скачать, ссылка находится под видео. Вот, теперь приступим к установке. Первый этап: нам нужно зайти в диспетчер устройств. Это можно сделать разными способом, я сделаю это через проводник. Заходим в проводник, правая клавиша по моему компьютеру, выбираем управление, вот. Выбираем диспетчер устройств. Это наш диспетчер устройств. Как правило, драйвер SNI 5001 у нас не распознается и вот он, имеет такой вид неизвестного устройства. Чтобы убедиться, что это драйвер SNI 5001, нам нужно посмотреть его ID. Для этого правая клавиша «Эквация», «Свойства», переходим в «Сведения», вот, и видим в ID, что это драйвер SNI 5001. Для того, чтобы вручную его установить, нам нужно перейти в закладку «Драйвер», «Обновить», и будем устанавливать его в ручном режиме. Нажимаем «Далее», указываем папочку. Я уже заранее скачал драйвер SNI 5001. Вот он. Он подходит для 32-битных и 64-битных систем. Указываем. Окей. Вот у нас он появился. Нажимаем «Далее». Все, драйвер успешно обновился. Все, нажимаем сюда, закрываем, все, видим. Вот у нас он определился. Аналогичным образом устанавливаем драйвер для SNI 6001. Давайте убедимся, что это у нас SNI 6001. Заходим сюда, сведения, ID, SNI 6001. Заходим сюда, обновить, сюда, сюда. Нажимаем сюда, далее, установить диск, обзор, значит, идем в заранее подготовленную папочку, выбираем здесь, нажимаем сюда, окей, вот. Все. SNI 5001 и SNI 5006 установлены. Все. Еще раз напомню, что драйверы можно скачать. Ссылочка находится под видео.